Сам привет, привет. Привет, мои хорошие. Посмотрите, какая я красивая, мне так кажется. Посмотрите на мою причесочку. Посмотрите, как мне покрасили волосики. Я такая довольная. Мне очень нравится. И Ашка ему очень нравится. Ашка ему белинный. Идем гулять. Немножко погулять за хлебом. Сходим с Ашкой. Может, что интересное и вам покажем. Не знаю, замерзла или нет. Ждал меня Ашкин 2 часа, пока я тут со всеми переговорила. Все, идем. Дурачусь, как ребенок. Чтобы не упала. Какая хорошая погода. Уже холодно. Вы слышите меня, мои хорошие? Ашкин, Трунч. Вы знаете, какой запах приятный. Очень. Ну, речи или я плыю. А, варенье, говорит, делают. Татлиму. Е витамин. Е на свою джем. Чук витамин нас. На джей витамин чук юксек, ама. Хада ладжас бы речи, я поим речел. Мы я сорву с Ашкымом и речел сделаю. Ашкым. Хада герчекте на ладжас. Речел я. Herkes topluyordu ya. Hiç kimse toplamıyor şimdi. Yok çok kişi topluyor. Yol boyu var ya. Hadi o zaman poşeti alacağız. Yapayım ben 1 kilo. Ben çok severim. Очень вкусно. Я люблю. Я в Грузии делала раньше с мандаринового варенья, с лимоном, с апельсином делала. С удовольствием сделаю, поработаю и вам покажу. Микрофон лязем, Бизе, микрофон. Что происходит? Что за шум, а драки нет? И драка была. Не поделили уточки, гуси, что-то друг с другом. Как им не холодно, да? Я удивляюсь, у них гуси жир, наверное. Рыб, гуси жир, а? Вы видите? Как их много развелось. Супер. А вы знаете, что уже прохладно, я так закрылась вся. И даже приятно, потому что я только с душа. Приятно даже одеть капюшон будет. Очень приятно. Прохладненько стало у нас в Мерсине. Но днем очень жарко. Я удивляюсь, как люди еще купаются в Алании. Смотрела сегодня в Инстаграме. В ленте новостей видела знакомые. Купаются в море. Вот, блин. В принципе, тоже можно попробовать. Как-нибудь скупаться, но нет желания. Привела Ашкима на набережную, где я люблю сидеть. Сейчас. Ой, смотрите, какой закат уже, заходит солнышко. Если вам видно. А здесь, сзади меня, играют волейболисты. Сейчас он мне принесет Ашкем кофе. Принесет еще. Посидим чуть-чуть и купим хлебушка и все. Сегодня на ужин буду ему рыбу жарить. Он уговорил его, хочешь рыбу, с удовольствием. Так что много не придется тратить времени. Супер, Ашкем, ты шекюредер. И все. Буду получать кайф. В Мерсине 14 градусов вечером. Днем намного теплее. Вот 5 часов вечера. Не так темно, но почему-то в камере. Вы помните летом? Ага, как увеличилось. Прилив такой. Море почти рядом. Море почти рядом. Ашким Бурада Анламады на Соболду. Здесь был такой пляж, а сейчас скалы. Вы видите, как все изменилось? Эвет, эвет. Эвет, Ашким. Гельди, Денис. Пойдем мы прогуляемся. Не будем долго гулять, потому что прохладно.
прохладно уже. Мы смотрим, что все закрыто. Что творится в мире, что творится в Турции. Сколько людей осталось без работы. Как живут. Что сделала эта пандемия. Каких делов натворил карантин. Как люди живут. Как. Смотрите, что я жарю. Барабульку жарю, барабульку. Ух, какая красивая. Ну, не мне. Я это кушать не буду. Я и так сегодня попробовала 3 блинчика. Очень вкусные, очень. Советую, кто поживет в Мерсине, советую покупать у этой девочки Светланы. Действительно, очень вкусная. Сейчас я вот переверну это без вас. Вот так вот я приготовила заранее. И получается просто супер. Все успевает Светлана. Все. Конечно, газ не в таком состоянии красивом. Но когда рыба жарится, сами понимаете, что здесь не до чистоты. Сделала такой красивый салат. Сейчас покажу вам тоже. Так, сейчас надо масло добавить. Только ест это масло, это барабулька. Барабулька очень вкусная рыбка. Прям заливаю так, а ей все не хватает, впитывает. Все, я сейчас уже это пережарила. Вот такой салатик приготовила. Рокуи у нас нету. Ну вот и все остальное. Сейчас все приведу в порядок. Всем привет-привет! А вот такие вот хачапурки получаются у нас из теста, из йогурта. Это эмеретинская хачапури. Я до этого показывала вам аджарское. Посмотрите, как оно начинает подниматься. Очень хороший рецепт теста. Просто немножко меня подвела мука темного. Вот видите? Начинает прям подниматься хачапурка. Так что используйте мой рецепт, не пожалеете. Сегодня к нам, а точнее сейчас, придут мыть диваны. Я решила это все почистить, так как уже 11 лет они Ашкин как купил эту мебель и ни разу не чистили. Поэтому я всегда накрывала их какими-то тряпками, покрывалами, одеялами, потому что брезговала. Сейчас, наконец-то, они придут, почистят меня, я покажу, если это они разрешат. Ну, конечно, покажу, сколько грязи у меня будет. Ашкин стесняется, говорит, сколько грязи. Но для этого, говорю, пригласили их почистить. Так что, наконец, сказали с утра, вот только сейчас, сколько, 2 часа дня, только сейчас они придут. А я сижу и работаю, друзья мои. Ждем наших уборщиков диванов. Вот такая вот машина. Огромная. Сейчас будет работать. Как происходит? Сначала он намазал, наверное, порошком или что. Наши диванчики будут чистенькие.
чистенький диванчик у нас там. Прямо прелесть. Супер. Какая грязь там. Не знаю, как она будет сохнуть сейчас. Где мы будем сидеть со штеном? На полу, наверное. Смотрите, как новыми стали, они чуть-чуть влажные. Мальчик сказал нам, что нельзя до 4 дня завтра вообще не прикасаться даже к ним. И я, посмотрите, Ашкеп же не может без телевизора, как же он не сядет? Вот я ему такое кресло сообразила царское, постелила здесь, будем кушать с Ашкепом здесь. В общем, вот так вот у меня будет. Так, сразу свежо стало. Я очень довольна, вот с нас взяли за все, за все вот эти вот наши 4 принадлежностей 100 лир. Если кому-то будет интересно, обращайтесь ко мне, кто живет в Мерсине. Я вам посоветую, очень хороший мальчик, работал 2 часа, но с толком. Наверное, 2 часа, я даже не заметила, как время прошло, потому что я занималась своими делами. Но вот каждое пятнышко, он вообще, вы сами видели весь процесс, как это все произошло. Но вот я очень довольна. Пойду готовить себе суп грибной. Готовлю себе овощной суп. Тут и морковка, и, видите, горошек. Вот, и грибочки, видите. Картошечка одна маленькая. И решила приготовить Ашкему тоже вот из этого горошка, из морковки, из болгарского. Такое называется безелье. Обед такой. Хотя есть у нас рыба. Но думаю, может, ему захочется горяченького покушать. Вот у нас рыбка. У него, вернее. Ашкем принес эклеры. Кстати, надо приготовить самой эклеры. Там нечего готовить. Хлеб мне. Давно я хлеб не ела, на 2 недели. А сейчас посмотрим, что делает Ашкем. Ашкем как король. Ноги вперед. Ашкем сын Краумасен. Какие у нас красивые эти. Не можем сидеть, а? Ашкем, да, сын? Сана безелье я пьёрум. Емек. О, Янинда, о, Гюзель, Сиджак. А, Кралбиним. Я сак буру дашим девотурмак, я сак. Хочу поздравить всех с Рождеством. Всем хочу пожелать здоровья, мира, радости, любви, счастья и много-много денег. Сидим со Ашкемом, так как у нас все кресла запрещено сидеть. Сидим вот за таким столом. Сделали деревенский вариант со Ашкемом. Я сижу на подушке, на 2 подушках. Нельзя прикасаться. Он тут разговаривал по телефону, и я зашла, а он сидит на диване. Я его быстро как подняла, потому что нельзя. И вот так вот мы сидим с ним. Ашкем. Чаёк пьём с Ашкемом. Прямо Ашкем его бывшее настроение испортила. Вот я его успокаиваю. Бывшая никак не оставляет покоя. Может, потом я вам как-то расскажу, что произошло снова. Сегодня не хочу портить себе настроение, праздник. Кстати, я вчера это желание записала на бумаге. Сегодня я провела ритуал. И через год открою, посмотрю, какие из них вспомнились. А вы сделали это?